чего нам нужен огонь? Просто мы займем эту точку. Вам нужно идти место. Собрать. Кавказ, вышла группа туристов, 50 человек, 50, большая группа. Им нужно было по легкому маршруту пройти всего несколько десятков километров. На другой отсюда был перевод. Вернулись 21 человек, вернулись, они замерзли. Поэтому это визит в населенных пунктах. Он изложен в маршрут. Люди замерзли. Сильные бросали слабых. Те, кто развел огонь, не подпускали тех, кто не мог им помогать. Это ваша жизнь. Потом мы еще посмотрим, как вы усвоили работу с компасом. Кто из вас определит, где наш дом, куда идти. Каждый из вас определит компас, куда нам нужно идти. Ну, то же самое. Кто не определит, кто поблудит. Кто поблудит, кто поблудит. Это два основных правила. Правила. Выбрать направление, где вы идете. Почему-то в аппарате. Нет, в аппарате нет.